Это фецефалия летом, в августе месяце. Смотрите, лежит на грядке, полосатенькая такая, как арбузик, похож он такой. Он также и висит на заборе. Он обрамляет все деревья, яблони, груши. Вот красавчик такой. Я сорвала арбуз. Вот он, тяжелый. Сейчас мы посмотрим. Недозрелый еще, конечно, но он видно по попке еще. Недозрелость такая. Сейчас мы разрежем. Режется очень легко. Вот он, на две половинки. Сейчас разрежем, посмотрим, что там внутри. Конечно, семечек нет, он еще недозрелый, но мякоть очень сочная, белая и очень вкусная с салатом. Особенно с морковочкой, с редиской, прекрасно. А это уже в ноябре я сорвала урожай из трех кустиков. Все лето кушали наши куры эту фецефалию. И вот сколько еще, и вот сколько урожая у нас еще много. Вот такая урожайная фецефалия. Сейчас мы будем разрезать фецефалию. Вот они. Кожура очень толстая. Режется очень тяжело. Но, увы, здесь семечки еще не созревшие. Это куры поедят. О, здесь уже есть созревшие вот семечки. Смотрите, кожура какая плотная. Это мясистое, прям такое. Сейчас попробуем. Вот так. Знаете, осенняя намного слаще, вкуснее даже, чем вот я резала летом. Вкусная. Так что салат можно кушать. Вот семечки. Созревшая, как положено, семечко. Есть и вот такие коричневые не созревшие. Так что вот полноценные созрели у нас плоды фецефалии. Сейчас мы выберем, посмотрим, сколько же здесь семечек в одной этой фецефалии. Итак, с одного этого арбуза вышло вот столько семечек. Спелые все, хорошие. Вот они сейчас, вот она разрезаны. В разрезе внутри хорошо сформировавшее белое зерно. Так, и мякоть здесь не такая уже жесткая, так что можно ее употреблять и кушать вместе с салатами. Там еще он есть, можно выбирать. Вот, но кожура очень-очень толстая. Вот. Не разрезать ножом. Прямо нужно топором бить по этой коре. Ну вот все, что я хотела рассказать о фецефалии. Вот высушу. Потом покажу, как они в виде сушеном находятся, в каком состоянии. Вот пример, что фецефалия очень вкусная. Особенно сейчас вот осенняя, что даже вот кот у нас дачный, это не наш котик. Он просто приходит к нам. Мы приезжаем кур кормить. И он приходит к нам. Мы его подкармливаем. Вот видите, даже фецефалию ест. Потому что она сладкая. И вот подкармливаем его здесь, да, котюля? Боже мой. Ой, бросили тебя, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он. Видите, разрезали. Там и семечки он ест прямо. И мякоть. Вот, видите, как ему нравится. Вот и куры любят фецефалию есть, и этот котик. Не то, что он голодный, нет. Мы его подкармливаем. Смотрите, какой он пушистенький. Вот. Мы приезжаем и зимой его кормим. Ну, домой квартиру, конечно, мы взять его не можем.
Бросили. Жалко, конечно. Он хороший, хороший котик. Кушай, кушай на здоровье, кушай. Ну, идем. Зову-зову, никак не оторвется от еды. Так ему нравится эта фицефалия. Ну, идем, идем. Хватит уже кушать. Идем, другого дадим. Идем, идем. Выходи. Ну, идем. Выходи. Пойдем, еще что-нибудь дам. А куры вот выклевывают до конца прям. Всю мякоть и зернышки, все едят. Вот такая хорошая фицефалия. Садите, не только будете сами кушать, но и животные, и куры.